В храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга стартовала программа обучения для детей от 1,5 до 2,5 лет. Занятия в школе развития «Лялина слово» проходят вместе с мамами. Программа обучения направлена на развитие у детей коммуникативных навыков, внимания, памяти, мышления, речи. Педагог, мама двоих детей с медицинским образованием. Занятия будут проходить на территории прихода по субботам в 10:30. Продолжительность одного урока 30 минут.